16 мая, в день рождения основателя Экибастузского инженерно-технического института имени Каныш Сатпаева Марата Марденова, единственный вуз нашего города отметил свое 30-летие. ЭИТ имени Каныш Сатпаева – это многопрофильное высшее учебное заведение Экибастуза, осуществляющее подготовку кадров по большинству востребованных специальностей, при этом делая упор на подготовку технических специалистов, которые всегда требуются в нашем регионе. Именно этот факт сподвигнул, по словам вдовы Марата Пазыловича Дины Нуртазиновны, академика, на мысль о создании такого высокотехнологичного учебного заведения с квалифицированным преподавательским составом. Марат Пазыловича прислали по его желанию в филиал индустриального института, потому что дела там шли плохо, нужно было его как-то поднимать, как бы прогрессивное развитие должно было быть. И потом пошли такие времена, когда можно было создавать частный вуз. И Марат Пазылович долго думал и все прочее. Это было новое для того, кто создает вуз частный, и для тех, кто дает разрешение на создание частного вуза. Он, наверное, раз 10 с Акиматом, все его поддерживали, его начинания все поддерживали. Раз 10, около 10 раз ездил в министерство, чтобы взять разрешение на создание частного вуза. Но создать институт – это только начало пути. Затем пришлось решать насущные задачи – набирать кадры, формировать профессорско-преподавательский состав, обогащать материальную базу. По воспоминаниям вдовы, Марат Пазылович приглашал специалистов с Караганды, Алматы, России и даже с Осетии. Финансирование тоже приходилось получать различными способами. Он тогда поставил перед руководством угля, поставил, значит, вопрос. Я беру у вас, допустим, образно 30 студентов обучаю бесплатно, вы взамен обучения их нам покупаете столько-то компьютеров, такую-то библиотеку и все прочее, прочее. В самом начале праздника аким города Ян Бисекин вместе с руководителем Павлодарского областного филиала партии «Аманат» Ильей Теренченко возложили цветы к мемориальной доске видного ученого Марата Марденова. В своей приветственной речи ректор ЭИТ Далида Сиваракша отметила, что праздник посвящен не только юбилею учебного заведения, но и двум другим значимым событиям. В этот день мы празднуем сразу несколько памятных и значимых исторических событий. Первое – выдающемуся казахскому ученому-геологу, первому президенту Академии наук Казахстана, имя которого с гордостью носит наш институт, Канышу Имантаевичу Сатпаеву, 125 лет. Второе – нашей альма-матер, нашему единственному вузу региона, нашему Экибастузскому инженерно-техническому институту исполняется 30 лет со дня основания. Третье и самое главное то, что в этот день родился Марат Пазылович Марденов. А глава города в своем поздравлении добавил, что роль института в развитии промышленности Экибастуза сложно переоценить. Показатель конкурентоспособности наших кадров не был бы возможен без качественного обучения, какое обеспечено в стенах данного учебного заведения. Именно здесь осуществляется подготовка квалифицированных специалистов для наших градообразующих предприятий топливно-энергетического комплекса Экибастузского региона. В целом праздник прошел в теплой и дружеской атмосфере. Гостей поздравили учащиеся, исполнив свои творческие номера, а лучшие преподаватели учебного заведения были награждены юбилейными медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами.